В России 26 мая отметили День российского предпринимательства. Представители бизнес-сообщества Серпухова чествовали во дворце торжеств «Центральный». Самым активным вручили благодарственные письма за вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета. Промышленность, сельское хозяйство, торговля, образование, медицина, сфера услуг – все эти отрасли сегодня активно развиваются, в том числе и при участии среднего и малого бизнеса. Об этом говорили на празднике в честь Дня российского предпринимательства. Ваша деятельность, ваш вклад является важным, существенным. Деятельность каждого муниципалитета. Вы вносите вклад в бюджет местный, вы являетесь руководителем ваших коллективов. И вы несете определенные социальные обязательства по вашим коллективам. За это вам отдельные слова благодарности и низкий поклон. Представителям бизнес-сообщества вручили благодарственные письма от главы городского округа, от Совета депутатов, от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и от Серпуховской торгово-промышленной палаты. Огромное вам спасибо. Вы везде присутствуете. Любую отрасль берем, вы всегда есть. Расчите мне от Совета депутатов и от себя лично. Еще раз поздравить вас. Предпринимательство – это новые рабочие места, поступления в бюджет, инновации и повышение качества жизни населения. В Серпухове количество предпринимателей из года в год растет. Предпринимательство в городе Серпухове, я знаю, не понаслышке. Оно с каждым годом развивается, крепнет и растет. И это, конечно же, благодаря той поддержке, которую оказывает правительство Московской области и, в частности, конечно, глава городского округа Серпухов. Традиционные отрасли, которые были раньше, то есть традиционная торговля, традиционная сфера услуг, она немножко уходит на задний план, и сейчас все больше востребованы новые технологии. В Серпухове большую поддержку предпринимателям уже более 25 лет оказывает и бизнес-инкубатор. Я, как всегда говорила и говорю, уважаю предпринимателей, потому что они, как бойцы, всегда на передовой. Вы понимаете, изменений и перемен вы очень знаете много, а они еще и свое предпринимательское дело развивают. Сейчас перемены будут еще и в налогах. Да? Есть моменты, связанные, никуда мы от этого не денемся, от специальной военной операции, где предприниматели с самого начала подключились, помогают и благотворительностью занимаются. Мало того, теперь получается, что они должны освоить, скажем так, те изделия, которые поступали у нас с вами из Европы. И это им удается. Для гостей праздника выступили вокалисты и танцевальные коллективы городского округа. Предпринимателям желали воплощения смелых идей, растущей прибыли, процветания и неизменной удачи.